Заслуженный коллектив Республики Беларусь, президентский оркестр Республики Беларусь. Гитара Егор Цыгун, Павел Величко. Бас-гитара Сергей Пунцевич. Саксофон Сергей Лапко. Клавиши Александр Данилов. Первая скрипка, концертмейстер Анна Виркас. Ударный Андрей Мамрин. Главный дирижер, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Бабаликов. Татьяна Кармазинова, флейта. Друзья, шоу завершилось, но шоу что? И оно продолжится обязательно ровно через год на 5-м юбилейном сезоне проекта «Классика у ратуши с волком». Спасибо вам огромное! Вы самая лучшая публика! Спасибо Отечественному оркестру Республики Беларусь, заслуженному коллективу Республики Беларусь, главный дирижер, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Бабаликов. До встречи ровно через год.